Всем привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». И сегодня вы посмотрите обзор однокомнатной квартиры на ЧТЗ. Это дом Завалишина 4. Вот такой лифт в этом доме современный. С зеркалом. Это вход в квартиру, входная металлическая дверь, карман на две квартиры с железной дверью. Сразу попадаем мы в комнату и совмещенный санузел. В санузле у нас установлена ванна 1,5 метра, стены водоэмульсионная краска, а здесь в зоне туалета алоэ. С правой стороны комната. Прямоугольной формы, около 17,5 квадратов. На стенах обои, новые карнизы, потолок окрашен. И выход на балкон. Большой просторный балкон, я думаю, квадратов 6. Ну, 5 точно есть. Из окна отличный вид. Здесь плановый поселок. И вот такая жилая застройка. Под окнами вот детская площадка хорошая, новая. Парковка для автомобилей. Отличное место. Здесь зона кухни. Кухня 9 квадратных метров. На кухне установлен качественный гарнитур с духовкой, варочной панелью, вытяжкой. Здесь тоже евроокна. На эту сторону. На стенах обои. На полу ламинат. Ну вот, мы с вами посмотрели однокомнатную квартиру. Она очень сильно похожа на 121 серию. Я такую квартиру продавал, значит, в жилом комплексе Ярославский недавно своему подписчику. Если она вас заинтересовала, стоит она 2 400 000 рублей. Контакты мои указаны в описании к ролику или пишите комментарии. А так, спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду всегда рад с вами пообщаться. Всего доброго и удачи!